Мы создаем образы других людей, даже тех, кого мы знаем, исходя из представлений, как надо, как не надо, что правильно, что неправильно, что от меня будет, о чем мне не будет, и так далее, и так далее. И вот это вот, и мы пытаемся договориться с другими людьми, не понимая, что они сами находятся в этой же своей собственной замкнутости, что они общаются не с нами, а с образами нас в своих головах. В том, что даже само это общение и наши образы не из нас сделаны, а сделаны из культурных представлений, из мемов, из ожиданий. Сколько ожиданий у людей друг в отношении друга, просто созданное культурой. Да? Люди встречаются, они еще не видели друг друга ни разу. Они в Тиндере познакомились, сошлись, у них уже есть ожидание какого-то и так далее. И этого нигде нет. Это только у нас. Только в человеческих мозгах.